Вы знаете, ведь вас проинформировали о том, как это было и какие были решения. А вообще практика решения подобных вопросов других форматов не терпит и не знает. Поэтому это вполне нормально, что рабочие вопросы и обсуждаются за закрытыми дверями. Если бы вы к этой ночевке, что вы привели здесь еще, и слышали вот эти рабочие диалоги и переговоры, вы сошли бы с ума. Так что радуйтесь, что вам не пришлось участвовать вот в этих рабочих тусовках. Это очень тяжелая работа, очень скучная, поверьте мне, очень скучная. Ну и я еще раз подчеркиваю, других форматов для того, чтобы обсуждать подобные вопросы, нет. Это рабочий формат.